бой окончен. 14 июня прошел первый в Молдове турнир серии Cage Encounter, организатором которого выступила международная лига WWFC при поддержке Ассоциации боевого самбо Республики Молдова и Федерации универсального боя Республики Молдова. Турнир проходил по правилам ММА в шестиугольной клетке. В этот вечер состоялось 13 зрелищных схваток. 26 титулованных спортсменов из Молдовы, Украины, Румынии, Англии, Азербайджана и Франции. А фосто Виктории нич гряда, нич ушуара. Деорче ан лукрат мулт, пентру чест результат, результатул аратат. Адверсарул меу а фост Душа Козмин Петру, ун адверсар експериментат, деорче есте май мари де ан декат мине, ши физик посибил май путерник, дар caracterul și tehnica cred că a arătat rezultatul. Este un campionat de arenă națională în America, UFC, cred că este visul oricărui care se află acum în această seară, care îmbracă mănușile și fiecare vrea centura. По центура фарде Мари, Фрумаса, Каритосио Дорески. Установленная формула поединков – 3 раунда по 5 минут с перерывом между раундами по 1 минуте. Но не стоило недооценивать профессионализм, силу и стремление к победе всех бойцов, которые завершали свои схватки уже в первом раунде. А самая быстрая победа была достигнута за 7 секунд. Главные поединки вечера состоялись между Владом Поповским из Молдовы и Василием Федоровичем из Украины, а также Марком Плацем Англия и Кевином Петши Франция, которые боролись за чемпионский пояс WWFC. Бои были очень яркие, то есть опытные бойцы приезжали с Англии, Франции, Украины и Молдовы, сошлись сегодня в нашем октагоне. И вы видели, что бои были очень яркие, и победили те спортсмены, которые лучше были подготовлены функционально и морально, потому что как бы бойцы практически все на одном уровне, и выигрывает боец тот, который чуть-чуть больше тренировался и чуть-чуть больше хотел выиграть. Вот бои получились красивые, публика поддержала, поэтому все было здорово. А как же победители оценивали силы своих соперников? I think he's a great fighter. He's have a good experience. His style is kickboxing, and me, I very training for the kickboxing, for the boxing, for the wrestling, and my game plan is boxing, first boxing. Я его оценил достаточно высоко, так как он хороший соперник. Он опытнее меня, некоторые его качества лучше, чем мы. Поэтому я отнесся к этому бою очень серьезно. Часть моей подготовки я провел в Дагестане под руководством Магомеда Гетинова. Вот. И уже завершающий час провел у себя в стране. И как видите, результат. I won the fight. And I'm very happy, I'm very happy, because I have a belt. He's my belt, he goes to Paris, you know. Зрелище, конечно, не для слабонервных, но если вы любите адреналин, обожаете наблюдать за тем, на что способно человеческое тело, тогда вам никак нельзя пропустить следующий турнир.